Всем привет! Сегодня today will be make pork legs. No. Yes. Okay. Be stay with us. Короче, сегодня девочки продолжают сегодняшний день. Сегодня 8 марта. Мы его помпезно не отмечаем. Итак, я буду сегодня показывать, как мы будем готовить свиную рульку. То есть будем делать зельц. Сейчас я вам покажу, как выглядит наша рулька, огромное рулище. Дел сейчас будет ее делить на две или три части. И я буду помещать ее в Steam пароварку. Господи, забываю, как называется. Ну что, буду начинать. Вот смотрите, такая огромнейшая, вот по сравнению с моей рукой, огромнейшая рулечка, нога свиная. Дел будет сейчас делить ее на несколько частей. И все с костями, с жировыми вот этими слоями я все буду помещать вот в нашу, мою любимую пароварочку. Начинаем разделять эту ножку на несколько частей. Помогает мне, видите, нож хорошо уточенный. Затем я сейчас промою немножечко, оставлю в воде, наверное, на часик. Затем промою и затем уже буду томить, варить. Вот такой пилкой Дэл распилил эту большую кость на три части. Вот так. Все приспособления. Ну что, рулечка уже отмочилась, отмокла немножко в течение часа. Я ее промыла все тщательно холодной водичкой. Теперь я добавляю 2 столовые ложки соли и вот такой микс из различных видов перца. Так, добавляю лучок, разрезала напополам. Мяса, конечно, много, многовато с этой огромной рульки. И я немножечко вот девочки оставила, убрала, потому что объемы превышают. Теперь я оставлю в свою мультиварочку и буду готовить при очень медленной температуре. Вот эта позиция будет. Все, нажимаем на эту программку, и вот оно будет готовиться. Здесь написано 6 часов, но, скорее всего, я переведу потом программу на Стю. Окей, поехали. Пока наша рулечка готовится, мы решили сделать кое-какие дела. Сейчас мы поедем с нашими песиками в специальный магазин, где есть такая услуга, стрижка и мытье собачек. Мы едем туда, чтобы узнать, когда Лерою нужно начинать обрезать ногти. Итак, поехали вместе с нами. Ну что, вот я с вами нахожусь в большом, огромнейшем магазине для животных. Смотрите, сколько вещичек здесь, одежды, парикмахерская для собачек. Немножко, видите, закрыли вью. Раньше было все видно, как обслуживали собачки. И хозяин мог стоять и смотреть, как обходится с его животным. Сейчас Дэл пошел за Лерою в машину, и мы покажем его лапки, его когти для консультации, что наш вопрос был, пора ли обстригать его ногти, потому что ногти достаточно большие и острые. И он нас иногда царапает. Видите, кушает куча игрушечек. Вон собачки. Сюда можно ходить с собачками. Так. Еще нету Дэла. Ну что, сейчас проконсультируемся. И Дэл, наверное, будет теперь обрезать ему ножи. Вчера мы их всех купали. Вот Дэл свою, значит, собаку. Я свою. Все чистенькие. Я выбрала момент, говорю, Дэл, пока
Собачки чистые, давай, давай поедем и проконсультируемся. Ну что, я жду Дейла, пока он придет вместе с Лероем. Sit down and behave. Pretty much. It's very long. I would cut them pretty soon. I'd say in the next week or two, I'd probably get them trimmed. Next week. Mm-hmm. How much cost to cut nails for big kind dog? How old's the dog? He's 8-9 months old. Yes. Yeah, so I'll be like $15 for a regular nail trim. That's and then good. $20 for the grinding. I would recommend starting with just a regular nail trim just to see how he does. Because sometimes dogs don't like that nail grinding just because there's like a vibrating sensation and kind of drumming on it. Sit down. I would probably, any time now you can cut them. Okay, because I make by myself to my Pomeranian dog. Mm-hmm. It's no problem. The nails very, hard, right. No strong. For his, I don't know. He'll. He's strong, I'm sure. Sometimes doing his nails by yourself is not easy, I'm sure. I mean, even do you guys trim the other dog's nails? Yeah. So I mean, if both of you were to kind of try to trim his, so you know how to trim them, right? Yeah. I would recommend, maybe a few max. He's got those points special space for dogs. I was surprised they aren't wearing down and he's not losing, they aren't becoming square. Right. Well, you don't want them to break off either, that's the thing, so I would probably trim them here pretty quick. But yeah. You work before 6 o'clock and open morning time? Tomorrow morning is tomorrow. We open at 9, yep. But like these, you see where they're starting to curl? You kind of see where they start to curl a little bit? Yeah. Must be straight, right? That's when you're pretty cute though. Very kind. Friendly. Very kind eyes. Ooh, good. Do you want a treat? Be nice. Those were kind of small, huh? I'm gonna give you one more. Mm-hmm. Oh, get another one. Thank you. They're very cute. But like I said, anytime, if you guys want to come in, or if you guys can't get them done at home, we can always do it for you. Okay. We would just need to see that sheet of paper from here. Yeah, we've got it. So. Thank you. Yeah. Okay. Have a good evening and thank you for counseling. Thank you. Давай, go home. Ну все, проконсультировались. Сегодня они уже закрыты. Значит, Дэл поедет в следующий раз, когда у него будет время. И будем начинать стричь ногти. Девочки сказали, что уже пора. Вот так. Выходим. Ну все, мои дорогие, побывали мы на консультации. Немного, все кругом бегом. Я вам показала такой большой, огромный магазин, где можно купить различные товары для всех видов животных. И также есть вот такая небольшая груминг, парикмахерская для животных. Так, Купера видно? Купер, ты заходишь в кадр. Все, едем домой. Рулечка готовится. У нас есть куча времени, чтобы сделать еще что-то по дому. Девочки, всем спасибо. Мальчики, кто заходит на канал и остается в моей компании. Мне приятно видеть ваши подписочки, ваши комментарии, читать и смотреть, как вы ставите лайки. Все это приятно и все это стимулирует на дальнейшие какие-то действия. Вы сами все это прекрасно понимаете. Спасибо за ваше время и за вашу активность. Забрала я собачку от Дейла. Что-то он их загрузил вместе и первый рванул. А я уже их догнала.
и зашел в магазин без Леруа. Я говорю, что ты зашел в магазин и ищешь кого-то, чтобы спросить? Нужно же показать собачку, да, показать ее лапки, ногти, чтобы человек посмотрел и сказал, пора уже начинать стричь ногти или нет. Он пришел без собаки. Ну, артист, господи. Погода у нас не очень хорошая, сегодня не солнечно, но и не морозно. То есть нормальненько. Продвигаемся к весне, к лету. Хочу уже лето, хочу уже загорать на бэк-ярде, принимать солнечные ванны и водные процедуры делать. У меня есть такой шланг длинный, и у нас достаточно хороший напор воды идет в сад, где я поливаю растения, и я себе устраиваю душ Шарко, девочки. Выставляю шланг, делаю максимальный напор и издалека вот себе делаю вот такие массаж, процедуры массажные водой. Так классно, обалдеть, потом все тело вот щипит кожу, но это очень хорошо. Убалтываю его на построение небольшого бассейна на нашей зоне, может быть, я его болтаю. Я уже говорю о том, что я буду финансировать, я буду вкладывать деньги, потому что я хочу иметь свой бассейн. У нас бэк-ярд не очень хороший для этого. Я бы, конечно, лучше сделала крытый бассейн, чтобы можно было пользоваться и зимой, и летом, но у нас как-то не то такое расположение, неправильное. Ты купишь со мной. Моя лястечка со мной. Все, мы уже приехали. Stay. Дел сейчас уходит. Но, Купер, стоп! Стоп, Купер! Стоп, Купер! Немножко занимаемся с ними, тренируем. Купер, come here. Sit. Leroy, come. Ну, вот так немножко занимаемся с ними. Воспитываем, организовываем. Девочки, я зашла в Walmart, мне нужно купить воду вот в таких бутылках. Я уже еле нашла вот такой сайз. Я буду заливать туда зельц. Я купила 4 бутылочки. Ну и в связи с тем, что паника, связанная с коронавирусом, вот вы видите, у нас на севере достаточно на полках воды, то есть нет никакого ажиотажа по этому поводу. Все, как говорится, все в норме. А, конечно, в Калифорнии объявили чрезвычайное положение в связи с этим коронавирусом. Не знаю, у нас спокойно. Я вам покажу мои самые любимые огурчики. Это вот этой фирмы, вот этой компании. Кто в Америке, девочки, кто еще не пробовал, попробуйте обязательно. Очень вкусный малосольный огурчик. Обалдеть. Так, колбасные изделия быстро. Пройдемся. Хочу взять себе докторскую колбаску. На бутербродики. А вот обычную возьму колбаску себе. Давайте зайдем там, где туалетная бумага, потому что тоже по телевидению показывают репортажи, что американцы разбирают всю туалетную бумагу в связи с этим вирусом. Сейчас зайдем, посмотрим. Так. Людей много ходит. Ну, здесь что-то... А, это одноразовую посуду немножко разобрали, я смотрю. Пустые полочки. Сейчас зайдем там, где продаются салфетки. Да, есть немножко, поразбирали. Салфеточки.
ниточки. И полки, и средства все. Ха. Интересно. Смотрите, все средства, которые входят в хлорин. Смотрите, пустые полки. Видите, как люди готовятся. Обалдеть. Может, тоже что-то взять? Хотя у нас полно всего. Ладно, не буду. Ну вот, видите, есть немножко на лицо показатель. Показатель ажиотажа. Вот так, видите? Все, иду дальше. Туалетной бумаги полно. То есть разобрали те средства, которые дезинфицируют с хлором. Сейчас я откликну, это моя клиентка. Убирает открытки. Она забыла за свой заказ, сейчас надо ей напомнить. Стефи! Hi, how are you? Hello! Good Lord! It's been a long time. I would like to remind you about your order. I know, you know what? I had pneumonia. And then my mom died, so I've been... Okay, if you have time, stop, okay? I can't even talk. On my day off Wednesday. Wednesday, I'll be there, or Thursday, one of the two. Idea. Okay. Because I got something to do for you, too. I got some pants that I want you to cut the fabric. You know, I got some pants I got. Okay, okay. Вот так, еду домой уже вечер. Сейчас проверю рулечку. И практически целый день была с вами. То был прямой эфир, теперь в записи идет видео. Вот так, сколько времени уделяется YouTube, YouTube-каналу. У нас снежочек небольшой идет. В общем, погода капризничает. То снег, то дождь, то солнце на полную катушку палит, что все тает. И вот тебе здрасте. 3 дня хорошо, и идет снежок. Я приехала уже, продолжаю записывать видео. Оставайтесь со мной.